Ненецкий округ возьмет взаймы. Для покрытия дефицита регионального бюджета власти субъекта рассчитывают получить кредит в размере около 2 миллиардов рублей, не больше. Об этом заявил руководитель Департамента финансов, экономики и имущества Владимир Бланк во время пресс-конференции. Заместитель губернатора на вопросы журналистов ответил в неформальной обстановке за чашкой чая. Что касается экономической обстановки в регионе, то, по мнению Владимира Бланка, она сейчас стабильная. Дефицит бюджета составляет 3 миллиарда 600 миллионов рублей. При доходах в 15,6 миллиарда и расходах в 19,3 миллиарда. Таким образом, чтобы погасить дефицит казны, руководство Ненецкого округа уже этим летом намерено взять кредит. В аукционе участие примут сразу несколько ведущих банков страны. Сумма займа около 2 миллиардов рублей. Деньги направят на развитие инфраструктуры субъекта, в частности, на дороги и строительство жилья, которое затем жителям предоставят по программе социального найма. Для нас дефицит – это инструмент бюджетного планирования, с помощью которого мы, величиной которого мы решаем там конкретные тактические проблемы. Сегодня в условиях, когда все равно сохраняется достаточно высокая инфляция, и в условиях, когда имеет смысл занимать округу для того, чтобы не просто поедать деньги, а для того, чтобы вкладывать в инфраструктуру, дефицит для нас проблемой сейчас не является. Стартовая ключевая ставка кредита 2%. Многие банки уже изъявили желание предоставить региону займ, ведь Ненецкий округ не имеет долгов перед государством.